Здравствуйте. В 10-й версии Windows меню «Пуск» выглядит совсем по-другому, чем Windows 7. Многим это создает неудобства, в том числе и мне. Поэтому сейчас буду делать замену меню «Пуск» 10-й версии на меню «Пуск», который мы привыкли работать, как в 7-й версии Windows. Итак, начали. Запускаю браузер Google Chrome. Здесь прописываем Classic Shell. Прописали. Enter. И мы попали на такую страницу. Здесь нажимаем на эту ссылку сайта Classic Shell. Из данного предложенного списка выбираем ту версию Classic Shell на том языке, который ближе подходит нам. В данном случае я выбираю на русском языке. Нажимаем на эту ссылку. Открылась вот такая страница. И на этой странице, как видим, предложено очень много дополнительных разных ссылок на ненужные нам программы. Поэтому мы переходим на ту ссылку, которую нам необходимо скачать данную программу Classic Shell. Вот эта ссылочка. Нажимаем на нее. Идет загрузка. Все, Classic Shell загрузился. Показать папки. Вот она. Нажимаем на нее. Далее. Лишнее закрываем. Все, оно не нужно. Здесь ставим галочку. Я принимаю условия лицензионного соглашения. Далее. В открывшемся окошке снимаю галочки напротив Classic Explorer. Нажимаю на это выделение. Компонент будет полностью недоступен. И здесь тоже снимаю галочку. И нажимаю «Компонент будет недоступен». Все проделали. Теперь можно приступать к установке данной программы. Далее. Установить. Все, как видите, быстро это все установлено. Здесь мы можем сохранить документацию или нет. И чтобы открыть, я не хочу открывать. Поэтому снимаю галочку и нажимаю «Готово». Правой клавишей мыши нажимаем на окошко меню «Пуск». Нажимаем «Настройки». Здесь проставляем галочку напротив «Изменить изображение» кнопки «Пуск». Каждый выбирает то, что ему более подходит. Я набираю «Classic». Здесь ставлю. Вверху ставим галочку «Показать все параметры». Открылся список необходимых параметров, которые мы можем изменить или добавить. Каждый выбирает то, что ему более нравится. Кнопка «Пуск» тут есть, меняется классическая кнопка, в данном случае у меня выбрана «Звуки» и так далее. Я еще изменю стиль меню «Пуск». Я ставлю галочку «Стиль меню «Пуск» классический» и кнопку «Ок» нажимаю. Как видим, кнопка «Меню «Пуск»» изменена. Нажимаем на эту кнопочку «Меню «Пуск». И каждый сможет оценить, удобно ли ему работать с измененным меню «Пуск» 10-й версии на более удобную меню «Пуск», которая была раньше в 7-й версии Windows. Если кому не понравится это меню «Пуск», как в 7-й версии, и захочет перейти назад на меню «Пуск», которое было ранее в 10-й версии, то это легко можно изменить. Нажимаем и удерживаем клавишу Shift и нажимаем на кнопку «Пуск». И как видим, опять же, меню «Пуск» такая же самая открылась, как в 10-й версии. С вами был канал «Все своими руками 36». До свидания.